Мы находимся на неделе российского ритейлера, разговариваем с нашими гостями. Владимир, скажите, какие цели у вас от посещения данного форума, данной недели, какие ожидания от того, что здесь происходит? Форум очень хороший, очень хорошо представлен. Одно то, что министр торговли, министр промышленности и торговли Денис Мантуров здесь присутствует с речью. Одно это делает, поднимает уровень форума. Очень хорошо представлены спикеры форума. Много очень полезного. И очень много интересного. Ожидания, которые были, когда я сюда направлялся, полностью оправдались. Убежден, что такие форумы необходимы, они очень полезны. И могу сказать, наше предприятие было открыто 27 лет назад, я им управляю. И то, что сейчас происходит, конечно, несравнимо с тем, что было в те времена, когда мы начинали. Да. Тогда не было никакой поддержки, тогда были только одни проблемы и сложности. Сегодня же абсолютно другая ситуация. Мы благодарим Министерство по промышленности и торговле министра Дениса Мантурова за такое представительство. И все очень успешно, все очень классно. Спасибо. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми гостями.